А тех, кто продает, для тех, кто покупает. Товары и услуги, скидки, акции, актуальные предложения. Ну и, конечно же, новости малого бизнеса. Это рубрика «В курсе дела» и я, ее ведущая, Оксана Рожкова. Быть совершенной до кончиков ногтей. С таким предложением просто и выгодно. В салоне красоты «Константа». Цены в «Константе» демократичные на все, а качество на уровне. Будь то холодная парафинотерапия для кожи рук, наращивание ногтей или традиционный маникюр. Кстати, помимо обычного гель-лака, здесь предлагают более качественную – каучуковую вазу. И если классический маникюр кажется слишком лаконичным, выбирайте Nail Art. Специалисты салона – настоящие фанаты своего дела, используют самые разные техники – от аэрографии до термолаков, чтобы создать потрясающие красоты рисунки и добиться необычных эффектов. Коррекция и окрас бровей и ресниц, биотатуаж, стрижка детям и пенсионерам со скидкой в 20%. Окрашивание, укладка. Вот уже год, как «Константа» оказывает парикмахерские услуги, среди которых есть и уникальные. Например, ультразвуковое и инфракрасное лечение волос после химии. Использование холодных щипцов с красным светом увеличивает в разы проникновение питательных веществ внутрь волоса, что делает его здоровым и красивым. В «Константе» уже открыта запись на Новый год, и прямо сейчас вы можете приобрести подарочный сертификат. Находится салон красоты на цокольном этаже торгового центра «Клинский». Он немногим старше большинства своих воспитанников, но за 6 лет своего существования страну детства посетило более 2000 клинских малышей. Детский клуб «Намера 6». Давайте знакомиться. Страна детства начинается с мини-сада. Действительно, выход, если по каким-либо причинам ваш ребенок не может посещать обычный. В группах по 8 человек от 1,5 до 3 лет можно выбрать утреннее пребывание с обедом или без. Группа укороченного дня работает с 8 утра до 6 вечера. Карапузия – это для самых маленьких. Занятия проходят в игровой форме, вместе с мамами. Для карапузов до 3,5 лет создана и новая программа по развитию речи и творческих способностей «Я сам». Ребята постарше занимаются по программам «Заниматика», «Почемучки», «Всезнайки» и «Школа Буратино». В субботу в стране детства лепят из соленого теста и рисуют, в том числе и песком. Это уникальная авторская программа Оксаны Морозовой. Песок – это удивительный материал. Он манит детей, как волшебная палочка. Поэтому мы в детском клубе «Страна детства» используем песок как учебный материал. Мы учимся быть добрыми, быть дружными и веселыми. Мы учимся узнавать новое, путешествовать по разным странам, знакомимся с животными, с птицами, с окружающим миром. А еще самое главное, мы учимся быть добрыми и любить, уважать друг друга. Приходите на нашу программу «Детский клуб «Страна детства», и волшебная страна песочка будет рядом с вашим ребенком. Детский фитнес – физкультурные занятия, которые проводятся во втором отделении «Страны детства» на Гагарина, 6. Здесь же проводятся детские праздники и мастер-классы. Если вы заинтересованы в гармоничном развитии своего ребенка, социализации и его самостоятельности, заходите в гости. «Страна детства» находится на улице Мира, дом 6. Эпиляция. Ради красоты мы готовы на многое. Но избавление от нежелательных волос – это всегда боль и раздражение кожи. Или все-таки не так? Сеть парикмахерских салонов «Лотос» представляет последнюю разработку в электроэпиляции – флэш-метод. Вместо иглы – вольфрамовая нить, та самая, что раньше заставляла гореть лампочки. Теперь она делает удаление волос абсолютно безболезненным и в разы эффективным. Выполнение этой процедуры требует большого опыта и профессионализма, в чем мастерам «Лотоса» не откажешь. Также виртуозно они выполняют и такую услугу, как чистка лица. Причем в трех техниках. Механической – это, собственно, руки и инструменты, и, несмотря на появление других методов, механическое очищение кожи по-прежнему незаменимо в борьбе с акне и глубоким загрязнением.
атравматичный, пилинг без нарушения целостности кожных покровов и риска инфицирования. И, наконец, ультразвуковой. По сути, это микромассаж тканей ультразвуком. Такая чистка показана при забитости пор и невоспаленной угревой сыпи. Напомню, что у сети Lotus 4 салона, и в каждом из них вы можете получить необходимые вам процедуры, а также приобрести подарочный сертификат. Адреса и телефоны на ваших экранах. А это была рубрика «В курсе дела» и я, ее ведущая, Оксана Рожкова. До следующего понедельника!